пройти рождественские праздники, уже люди готовятся к весне. И это все вот эти подделки, это к весеннему празднику, скорее всего, к Пасхе. Это одна и та же женщина, которая выставляла рождественские вот такие подделки, а теперь она выставила вот такие весенние. Смотрите, она сделала их вообще из ничего. В каком-то таком не совсем дорогом магазине она купила всяких кошечек, птичек, свечки, бантики. Потом из подручных материалов, сухих цветов, мха и сухих совсем веточек, всяких елочек. Она сделала вот такие замечательные подделки. Связала без рукавки и выставила это все продавать. И люди брали у нее золотые руки видно и хорошая фантазия. Так что это тем, кто увлекается рукоделием, у кого развита фантазия, кто любит что-то делать, придумывать. Это им на заметку. Вот смотрите, какая роскошь и все такое красивое. Также я хочу вам еще, знаете, что показать. Последнее время много развелось таких бусы под натуральные кораллы. Везде продают и говорят, что они натуральные. Я тоже купила и потом их благополучно отнесла назад. Потому что это белые кораллы, они тонированные краской. И они даже если попадает сок или какая-то кислота, ну типа апельсинового сока, они меняют цвет. Поэтому сейчас совсем вот натуральных коралл вы не найдете. Это будут скорее тонированные кораллы, потому что натуральный очень дорогой. Это остались только в сундуках дедушек. Извините, бабушек. Я вообще уже заговорилась, бабушек. Вот. И берегите то, что у вас есть от ваших бабушек. И... потому что все новое, оно не совсем соответствует названию. Я посмотрела очень много украшений, но они все были тонированы, вот эти кораллы. Бусы все сейчас плавленые, янтарные, поэтому цените то, что у вас есть. Может быть, еще осталось с 80-х, 70-х годов прошлого века. Вот такое маленькое видео. И хотела вас просто проинформировать. И готовьтесь уже к весне. Уже почти что прошли все праздники. Вот, и хочу пожелать вам хорошего настроения. День уже прибавился. И будем ждать весну.